Ну что, друзья, мы едем в Корнуолл. Я очень счастлива, мечты сбываются, и мы очень долго планировали это путешествие. Что такое Корнуолл? Это графство, которое расположено на полуострове на юго-западе Англии. Оно граничит на севере и западе с Кельтским морем, на юге с Ла-Маншем, а на востоке с Девоном. Корнуолл – это бесконечные поля вереска, это сотни песчаных пляжей, это лазурные бухты, это гроты, это рай для серфингистов. И начнем мы наше знакомство с Корнуоллом с Пол Кирола. Это рыбацкая гавань на юге Корнуолла, расположена в ущелье утеса и очень бьет в разгар сезона. Население здесь примерно 1500 человек. И, несомненно, это одно из самых красивых мест Корнуолла. За что люблю Англию? В любой маленькой рыбацкой деревушке вы найдете дюжину галерей современного искусства. Это просто потрясающе. Знаменитые пирожки. Это конишпасти. Рецепт потрясающий. Говядина, картофель, брюква или репа. Очень много лука, специй, перца. Это так вкусно. Посмотрите, какая красота. Волшебное место, волшебное. Кто здесь живет? Сказочница. We'll be right back.
Poi che non è vero che non facciamo manco letto, cazzo. L'ho detto apposta. Eh? Non facciamo manco letto perché stamattina l'abbiamo fatto. Ma ho detto una sciocchezza adesso. No, ho detto una sciocchezza adesso. Ah, yeah. Did you find something? No. 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 Ok. No, it looks like it is. Di queste cose, Bruno? Eh. Però le pensi. No. Ma sì che le pensi, se mi le dici poi vuol dire che le pensi. Eh? Una fesseria, però che ti viene la dici perché viene pensare. Dai, no, non poi devi mangiare le lette, ma ti devi quando ti sei cosa pensi? Eh? Oh,